приходите к нам. У нас еще не все поделки. У нас еще впереди разные будут. Делаем поросеночка из колбаски. Получилась красивая хрюшка. У меня есть свекла, вот она отварная. Иголка большая. И я вот иголочкой, вот видите, рисую мордашечку. Шутка, которая Роман Карпов за столом бывало отпускал. Я думаю, что Роман прожил счастливую жизнь. Их. Вот так вот. Хрюшек к завтраку готов. Угу. Второй персонаж поросеночка у нас готов. Это Хрюша папа с цветочком к маме. А это Хрюшка мама. Вот такая у нас получилась композиция из двух поросят. Следующая композиция. Тоже три поросенка. Ну, кто же не знает таких сказочных персонажей? Трех поросят. Вот такие поделочки можно на кухне творить из овощей, фруктов. Кто на что гораздо. У кого расширена фантазия.